Всем привет! Сегодня приготовлю банановые оладьи. Они получаются очень вкусными и ароматными. Идеальный вариант для завтрака. В емкости, в которой будем готовить тесто для оладьев, вилкой разминаем два банана. Бананы берем спелые. Добавляем стакан кефира, вбиваем одно яйцо, все хорошо перемешиваем. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Добавляем просеянную муку в несколько заходов. И не забываем подсолить наше тесто. Сахар я не добавляю, поскольку за счет бананов тесто получается и так довольно-таки сладкое. В конце добавляем 1/2 чайной ложки соды и еще раз хорошо перемешиваем наше тесто. Консистенция теста как у густой сметаны. Даем тесту отдохнуть минут 20. На хорошо разогретую сковородку наливаем немного растительного масла и выкладываем столовой ложкой наши оладушки. Жарим до румяной корочки с двух сторон. Наши банановые оладьи готовы. Подавать их можно со сметаной, вареньем, медом. Приятного вам аппетита и замечательного настроения. Ставьте лайк, если рецепт вам пришелся по душе. И всем пока-пока!